Всем привет! Я Скиф, это игра под названием Graveyard Keeper, ну или же Хранитель Кладбища. И давайте в нее поиграем, что ли, потому что игра внезапно очень даже неплоха. Во-первых, это отличнейший пиксель-арт. Даже здесь, да, мы находимся в помещении, все достаточно детализировано, интересненько нарисовано и прорисовано, и выглядит очень и очень неплохо. Ну и геймплей. Геймплей здесь, в общем-то, занимательный, залипательный, чем-то напоминает Stardew Valley, но чем-то. Тут, в общем-то, свои фишки, нюансы и так далее. Играем мы за персонажика, это не самое начало. Вначале нам дают некий такой бэкграунд, да, персонажа. Мы, в общем-то, были в обычном нашем мире, грубо говоря, шли на встречу с девушкой, нас сбила машина, мы попали в какое-то пространство, да, между мирами, очевидно, и нас отправили сюда, в этот мир, где мы становимся хранителем кладбища. До нас был какой-то хранитель кладбища когда-то, видать, после нас тоже будет, непонятно. Что же мы тут можем делать? А делать мы тут можем массу всего. Вот сюда я, кстати, уже принес два бревна. Эти бревна я могу, допустим, распилить или пустить как-нибудь их в переработку, да, там на чурбаны, на доски. Все в зависимости от того, какие у меня технологии изучены. Технологий много разных. Да, в игре присутствует различный черный юмор. Но это, в общем-то, такое дело. Привычки на самом-то деле, разработчики стебут над разными моментами, аспектами, в разных квестах, над самими игровыми механиками, и это достаточно здорово и прикольно. Но если смотреть по прокачке, да, как нам это все дело прокачивать, достаточно просто, мы занимаемся какими-либо делами, и эти дела нас прокачивают, мы получаем какие-то очки умений, и эти очки умений мы можем уже потратить. У нас есть также квест, есть разные персонажки, с которыми мы можем взаимодействовать. И, кстати, нам тут осел опять перетараканил тело. Да, мы все-таки хранитель кладбища, и нам надо заниматься именно этим делом. Так, давай сюда закинем. Это, кстати, Гэри, один из наших помощников. Я, кстати, здесь вроде бы ничем особо таким не занимался. В морге мы можем починить стол, тут нужны всего лишь простые железные детали. Окей, что я тут еще могу починить? Люк для сброса тел, куски камня и простые железные детали. Ну, простых железных деталей у меня на самом-то деле не так-то много. Нам надо, опять же, там разное всякое поизучать. Здесь я больше ничего не могу сделать. Вот тут могу расчистить. Надо простые детальки, деревянные балки, деревянные клинья. Лады, давайте пока что аутотопсией займемся. Я могу только мясо извлечь. Окей. Да, как бы такое не самое на свете лучшее занятие, да? Изымать мясо из трупа. Ну, то, что поделать. Забираем тело, тело нам надо упокоить, это наша работа непосредственная. И сейчас какая задача передо мной стоит? Достаточно простая на самом-то деле, прибраться на кладбище, и тогда у нас еще откроется церковь. И это достаточно-таки важно и нужно. Так, давайте разметим место под могилку. Сюдымс. И закопаем. Ну, само собой, сначала надо выкопать. На все наши действия тратится энергия. Чпоненько выкопали, закидываем сюда тело, мы с этим телом пока что больше ничего не можем сделать. Я бы мог как-то более профитно его использовать, если бы прокачал, допустим, анатомию и алхимию. И здесь мы можем еще и кости, кожу извлечь, череп, блин, кровь и жир. Аккуратный мясник потом прокачать, блин, это жутко. Но нам нужны красные шарики. В принципе, а почему бы нет, да? Хотя нет, я... Такс. Да, здесь у нас персонажики, может почитать, какие квесты они нам дают. Подожди. Мне вообще надо бы горное дело осилить, чтобы вот это все дело собирать, железную руду, уголь. И вот этими делами заниматься, куски камня создавать, набор для починки камня. Здесь нам надо 15 красных шариков, ну, грубо говоря, силы. Также я сделал комплекты для починки. Кстати, сэндвич из мяска, как вам такое? Да, у нас есть набор для починки дерева, и мы можем тут деревянные могилки привести в порядок. Так, ты и так у нас в порядке. Где у нас тут не в порядке-то? Давай. Починить. Причем 4 набора, это не так-то много, блин! Но что поделать, оградки нету, да? И мне вроде как квест кое-какой давал парень, подожди, персонажи... Хранитель кладбища. Тебе нужно вернуться домой к любимой. Ну, это вот основной, грубо говоря, такой квест. Активировать портал на видимой горе. Для этого нам, по сути, нужно
со звездочетом о портале поговорить. Но звездочет, я так не понял, где он, где-то, может быть, под церковью, там, дорог к нему или еще что-то в этом духе. Гэри хочет бутылку вина, черепуха алкашированная. Надо еще убедиться, что инквизитор его не ищет, это ок. Змей, я его видел у себя под домом, в общем-то, у нас там тоже есть дорога, через которую мы пока что не можем пройти. Вот, нам надо прихачпурить, короче, кладбище, и тогда епископ церковь откроет, это тоже важно. Говорящий осел, который доставляет тела, там надо железный топор принести, дровосеку, подожди. А, какой-то призрак был, а вот Йорик, призрак со сложным отношением к жизни. И мы можем эксгумировать тело какое-то, у нас есть вроде бы сертификат на эксгумацию. Похоронные сертификаты мы можем за баблишко сбагрить. А где у нас разрешение на эксгумацию? Эксгумация. К примеру. Давай, у нас разрешение есть. Ваш инструмент ржавая лопата сломался. Чтобы использовать его дальше, вам необходимо его починить. Вот это интересно. Так, ну погнали посмотрим, как починить. Я, кстати, еще с такой фигней не сталкивался. Ладно, пока далеко не ушли. Давай попробуем здесь починим надгробие. Все равно нам по пути, да? И у нас качество минус 7. Нам надо, конечно же, это дело все улучшить. Мы можем банально вот здесь вот какие-то... А, блин, лопата опять же нужна, чтобы все это делать. Ладно, погнали сейчас лопату приведем в порядок. А вот, кстати, епископ. Здоров, братюня. Ну, какой ты мне брат. Ну, ладно, неважно. Епископ, короче. Пока не знаю, насколько он к нам хорошо относится. Так, подожди. Здесь вот, по идее, могу починить. Берем лопатку. И у нас есть точильный камень. Чпыньк и наточили. Ага, наточили. Нам надо, соответственно, поточить. Да, произвести это действо злодейства. И тогда все получится. А раз лопату мы починили, то мы можем, соответственно, отправиться дальше дело делать. Ну-ка, кстати, вот тут вот эти ямочки подровняем. Некие трещины в земле. Да, веточки идут. И дают нам красных шариков и зеленых шариков. Я бы хотел красных шариков поднабрать. Так, поднабрали. Теперь смотрим в технологии. Горное дело. Ага, я хочу вот это вот. Горное-то тоже хочу, конечно. Но 15 шариков как-то бы хотелось бы, ну, побыстрее получить. Давай попробуем тогда деревце срубить. К примеру, да, вот бревно, красные шарики. Можем пенечек еще выкопать. Эти вот бревна, которые мы выкапываем, соответственно, можем притаскивать к себе вот на в склад бревен. Я не знаю, вот отсюда они автоматом берутся на переработку сюдымс. К примеру, я хочу создать набор для починки дерева. Мне нужны гвозди, мне нужен брус, мне нужны доски. Доски нужны, да, вот брус я могу создать, к примеру. У меня тут уже есть заготовка. Так. И теперь нужны доски. Доски мы можем здесь напилить быстренько. Так, раз. Погнали работать. Я, кстати, уже успел так порядком устать. Ну, как бы, тяжело быть смотрителем кладбища, как-то не крути. О, кстати, вот эти камушки можно раздолбить. Чего они тут не мешают? Скидыш. Окей, кусок камня добыл. У меня, кстати, инвентарь скоро забьется. У меня тут уже кое-какие сбережения, так скажем-то, есть. Ну да ладно, точильный камень имеет состояние текущее 85%, этого пока что достаточно. Ладно, делаем еще наборы для починки, потому что нам надо в порядок приводить кладбище. Так, блин, я устал. Ну, есть несколько вариантов, как восполнить усталость, соответственно, что-нибудь перекусить, либо же там поспать. Но у нас, к примеру, есть сэндвич, давай мы его используем. Такс, покушали. И делаем комплектики. Так, по идее нам хватает, да? Да, обработку камня теперь можем. Каменотесную мастерскую нам откроют после того, как мы это дело изучим. Давай посмотрим, по идее где-то здесь должна быть наша каменотесная, это мастерская. Так, столярный верстак у меня уже стоит, вот она, каменотесная мастерская. Нужны гвозди. Ага, 4 гвозди аж. И где я возьму гвозди, если не секрет? Потому что пока что у меня как бы гвозди-то не из чего произвести. Окей, я тебя понял, зря я, наверное, те гвозди потратил. Здесь у нас есть подземелица. Которая, по идее, мы тоже можем изучить, но чтобы пройти сюда, нам тоже надо стараться. Окей.
То есть, соответственно, игра мне намекает, что неплохо было бы тебе что-нибудь как-нибудь с металлами заморочиться или что? Откуда мне гвозди-то взять? Ага, вот. То есть, вот это дело надо изучить. Короче, ладно. Все не так просто. Давайте пока отсюда свалим. И побежим на кладбище. Посмотрим, что мы там еще сможем сделать. Потом, если что, немножечко подкачаемся. Потому что, ну, вряд ли я смогу сейчас кладбище в должный вид привести. Чтобы епископ одобрил. Епископ, та еще скотин привередливая. Ну да ладно. Так, я деревянные крестики могу делать, я могу чинить. Ну, здесь надо конкретно чинить. Пока что хоть что-то могу чинить, буду чинить. Так, подожди, а что вы мне хочешь сказать? Опять энергия закончилась, давай-ка еще один сэндвич рубанем. Потому что есть как бы подозрение, что я могу. Нет, не могу. Это и так деревянное нагробие вроде бы в порядке. Вот здесь вот явно выглядит как-то не очень. Говорит о том, что надо бы починить. Опа. Качество пока что минус 4. И если вы могли заметить, то там привезли еще одно тело. Нам срочно надо с него миско забрать. И тоже упокоить его. Так, а мы пока только миско можем, да? Смотрим. Ну ладно, пока просто миско добудем. Что теперь делать? И в скором времени пойдем поспим. Так, с миско добыли. Ну и, соответственно, забираем тело, бежим его опять упокаивать. Я таки поспал, набрался сил и притопал к таверне Старая Кляча. Давайте посмотрим, здесь у нас как бы карта есть, да, вот наш милый дом, старое кладбище, морг, огород, все как надо. Там еще огородом я пока заниматься не могу. Здесь у нас, кстати, всякие торгаши есть. Я подумал, что, может быть, здесь я смогу купить гвоздей, к примеру, да? Сейчас сбагрим, получается, наши эти похоронные сертификаты или что нам там надавали. Так, вот мне еще печать надо бы добыть. Но это ладно, это после, может, как бы подождать. Похоронные сертификаты, да? Что у тебя по деньгам есть, как бы все? Мы продаем, общая сумма 1 серебряный, 50 бронзовых, по всей видимости, монет. А это за каждый, да? Так, давай сразу все. Окей, продали, можем купить у него чего-нибудь. Камень телепортации, слушай. Всякая еда, какие-то снеки и тому подобное, но окей. Отменить нет. А, вот, 7,50, да? Окей, я готов. Нормальненько поторговали. И погнали посмотрим. Где-то здесь был кузнец рядом. Тут на карте мы, правда, никак не отмечаемся, поэтому приходится... Так, додумывать, где-то кто тут? Где-то вот в этой степи, так подозреваю, кузнец. А, вот он, соответственно, здесь. Давай посмотрим. Что ты нам сможешь продать, предложить? Что-то же по-любасу можешь продать, да? Тех же гвоздей, к примеру. Давай с десяточек у тебя купим гвоздиков. Нифига себе, почему так гвозди дорого стоят? Давай 6 хотя бы гвоздей. Окей. У меня денег-то не так-то много, как хотелось бы. Точильные камни, все прочее тоже можно у него приобрести. Ну и вот такая вот тут незатейливая торговля есть в городе, в местном. Ну, в деревне. Городом-то это, конечно, смело называть. И теперь мы уже можем построить каменотесную мастерскую. Давайте под нее место выберем. В принципе, или где-то здесь рядом, или здесь. Ну вот тут рядом у нас вроде бы и хватает места. Давай сюда. Так-с. Ну, соответственно, мы только поставили ее, теперь надо бы построить. Хлобысь. И здесь теперь мы можем что-нибудь создать. Железную руду переработать. Так, кусок камня заделать из камня. Набор для починки. Простые железные детальки нам нужны. И глина. Глину я даже не знаю, откуда брать. Могильные камни можем делать, кстати. Ну-ка, давай. Посмотрим. Блин, нифига себе, сколько энергии тратится на могильные камни. Офигеть. Так, горное дело, ну-ка, пожалуйста, откройте мне. О чем это говорит? О том, что мы, скорее всего, можем теперь еще что-нибудь построить. Так, склад бревен, плавильную печь мы можем. Склад железной руды можем, надо 4 доски. И плавильную печь. Так, подожди, 4 доски-то это я могу сделать, по идее, это не проблемка. Благо, у нас тут все как бы рядом. Вот доски. Давай, у нас энергия еще пока что имеется. Потом сбегаем на кладбище и посмотрим. Нам по-любому должны были еще тело притараканить. Так-с.
Склад железной руды. Ну, давай хотя бы... Нифига себе, какой большой-то. Ух-ух-ух. Куда тебя вставлять? Ну, давай сюда. Сильно. Ну да ладно. Что у нас тут возле морга? Никто там не завалялся? Ага, пока никто. Тела по нулям. Окей, давай посмотрим, что мы здесь можем сделать. Кстати, я не посмотрел, могу ли я там оградку сделать, потому что в теории могу. Но, по крайней мере, что-нибудь в порядок привести. Так, починить оградку. По крайней мере, вот эту. Так-с. Кладбище уже как-то покрасивее становится все. Здесь мы эксгумацию проводили. Кстати, так и не провели. Надо куда-то тело выкинуть. А вот интересно, куда его выкинуть? Там мне, по-моему, рассказывали про какую-то реку. Или типа озеро. Погнали посмотрим. Это вот Йорик захотел, чтобы я какое-нибудь тело выкинул. Я, правда, не уверен, что я именно то выкидываю. Тут как бы могли произойти накладочки. Но давай попробуем. Почему бы и нет? Тут у нас место под свежее тело заодно освободится. И где-то можно будет приобретать самые разрешения на эксгумацию. Так, по-моему, я иду нифига не к воде. Так-с. Может быть, где-то с этой стороны? Или может быть, где-то тут дальше? Может, просто его нафиг выкинуть? Так, там вот что-то можно осмотреть. А вон, смотрите. Есть некое озеро, куда мы, по идее, можем, наверное, выкинуть. Нам надо избавиться тяжком. Такой себе насмотрщик, конечно, над кладбищем. Смотритель кладбища, который бегает тут по полям, по лесам, пытаясь тело выкинуть. А вот вода, окей. Все, лети. Я должен избавиться от улики. А что, я просто так не могу, да, выкинуть? Или это высоко? А там, кстати, рыбку можем, наверное, еще ловить. Ну, ладно, будем считать, замелить следы, как бы. Тут я пока не могу с этим взаимодействовать. Пришлось побегать, пофармить, но в итоге я, короче, тут плавильную печь могу поставить. Ух ты, пух ты. Или не могу? Что она что-то дофига здоровая. Нифига себе, какая она здоровая. Так, подожди, а нам надо как-то, может быть, расширить. Увеличить площадь двора. Это нужны сложные железные детали, 10 штук. И гвозди. Офигеть. Увеличить площадь двора. Окей, сложные детальки 10 и 4 гвоздя. Ну окей, это, в принципе, решаемо. Надо сбегать, купить все это дело. Так, тут внезапный квест активировался между делом. Так, нет, монсеньор, если не считать странного парня, который шастает по округе. Короче, спрашивает тут инквизитор, все ли норм. Он говорит, ну как бы нормально. Только вот как, ну, какой-то парень, очевидно, это я, шляется. А, вот как раз тот парень. Стоять! Спокойно, ребята, я живу здесь недалеко, у кладбища. Какие мы тебе ребята? Он точно культист, монсеньор. Сказать им, что ты хранитель кладбища. Я работаю смотрителем местного кладбища, а можете у любого в деревне спросить. Видимо, вы здесь недавно, но я чувствую, что ваши слова правдивые. Не составите мне компанию на церемонии сжигания ведьмы. Погнали, чё. Сочту за честь. Так как вы решили связать свою жизнь с такой пикантной работой. Соврём давай что-нибудь. Ну, я с детства мечтал стать смотрителем кладбища. Я вам советую в дальнейшем избавить наше общение от подобных шуточек. Я великий инквизитор, мой долг защищать истинную веру и само человечество от всякой нечисти. В городе неспокойно, корабль с мертвецами уже перегружен и все еще не может выйти в море. А новый застрял на верфи. Вы появились на кладбище подозрительно вовремя. Что-то темное пробуждается, я чувствую, мое сердце наполняется... необъяснимым гневом. Уже много лет мы не сталкивались с колдовством, а сейчас не успеваем сжигать ведьм и еретиков. И я чувствую, что это только начало. Сожжем ведьму! Да, там! Сожжем! Зажечь огонь! Да, монсеньор!
долгих лет жизни великому инквизитору, ура, там, ура, гип-гип, ура. Вы, значит, работаете с мертвыми телами. Да, это часть моей работы. Оживете, стало быть, у самого кладбища, прямо у подножия этой горы. Да. Ясно, ясно. Мне кажется, мы могли бы подружиться. Мне нужен свой человек в деревне. Ведь мой друг — это друг святой инквизиции. Я не доверяю деревенским жителям. Они не похожи на нас, городских. Вы ведь здесь недавно. Может, что-нибудь заметили своим свежим взглядом? Так, я соглашусь быть его другом. Разумеется, это честь быть вашим другом, потому что, ну, инквизитора себе во враги наживать, ну, такое себе, мне кажется. Мудрое решение. На основе любой дружбы должно лежать доверие и добрая воля. А чтобы заслужить мое доверие, вам сперва придется продемонстрировать свою добрую волю. Начнем с парочки небольших поручений. Каких поручений? Всему свое время. Сегодня давайте насладимся праведным гневом. Дела подождут до следующего там дня, очевидно, я прихожу сюда каждый вот этот вот день. Это место помогает моему гневу разгореться с новой силой. Хорошо. Так, персонажи. Инквизитор. Встретиться с ним, короче, на Ведьминой горе. Ночью, по всей видимости. Или с утра ли. Ладно, я тебя понял. Итак, я подвыспался, отлично. И теперь могу что сделать, во-первых? Снести вот это дело. Потому что я решил, что проще снести. И я не знаю, как сделать пока сложные детали. Возможно, пока что я их тупо не могу. Здесь я, кстати, могу сделать типа гвозди, либо простые железные детали за счет слитков, которые я приобрел. А также я могу сделать продвинутые инструменты. Но сейчас мы об этом подумаем. Прежде всего, все-таки плавильню поставим. Она какое-то колоссальное количество места занимает. И, по всей видимости, ее придется вот сюда воткнуть. Да, давай сюда. Посмотрим, что мы там вообще можем сделать в этой плавильне. Так, сначала ее, во-первых, отстроить. Я практически кладбище, кстати, в порядок привел. Сейчас бегаем, там буквально чуть-чуть осталось. Так, что мы тут можем? Ну, закинуть топливо, само собой, это раз. И слитки выплавить. У меня есть немножечко железной руды. Я тут на местном болотце рядом добыл. Поэтому закидываем в топку. А, жди, 30 огня надо. То есть, соответственно, еще огонька. У нас теперь 40 огонь. И все. А, жди, или может меха надо раздувать, не? Само? Все, вроде бы само работает нормально. Дальше. Я хочу ремкомплект еще один сделать. Набор для починки, да? Нам для этого нужен брус, как минимум. И в аккурат гвозди потребуются. Хорошо, что я слиток там у кузнеца приобрел. Ну, два слитка. Так, давай гвозди. Так, и инструментики можно поинтереснее взять. На самом-то деле, делаем простые железные детали. Так, ну мне слитки нужны. Так, тут плавка идет, блин, плавка, смотри, прям вообще нифига не быстрая. Ну да ладно. Так, и еще бы нужны доски. Ну, доски-то вообще не проблема. Давай, больше досок. Тратим энергию. Соответственно, новые инструменты, они гораздо более эффективны будут. То есть у этих процентов 70 вроде эффективность, там уже 100% эффективность. Ну и плюс нам там по квесту еще надо отнести кое-чего. Топор, по-моему, именно железный топор, да, там дровосеку местному. Окей, все, погнали, сейчас кладбище уже в порядок приведем. И сможем открыть церковь. Кстати, может, тут труп притараканили, пока я там где-то носился. Тела один из одного. И если не секрет, то где? Как бы. Окей. Может, баг, может, еще что, ладно. Может, что-то я не понял. Но в любом случае, я пока что кладбище уже в порядок-то приведу. Так, где у нас тут что раздолбано? А, да. В основном я тут починил. Особо-то чинить нечего, подожди. Вот, деревянная оградка, это я могу. Ну-ка. Скидыш, качество 5. Это о чем нам говорит? О том, что должен сейчас приволочься. Кстати, клумбы могу ставить. Место под могилку могу, ладно. Сейчас должен прийти епископ, и мы вроде бы как все для этого сделали, чтобы он нам церковь-то открыл.
Что ж, пришло время пообщаться с епископом. Ну-ка, я починил кладбище. Я в тебе не сомневался. Я объявляю тебя официальным хранителем этого священного места и настоятелем этой церкви. Давай проведем твою первую проповедь. Ага! Я окажу, короче, тебе услугу, и так просто встань на кафедру и произнеси слова. Какие слова? Слова! На самом деле ты можешь говорить все что угодно. Главное создать правильное настроение, зажечь свечи, благовония, подобрать соответствующую музыку, смазать все хорошенько. Короче говоря, все эти уловки помогут тебе собрать больше веры, а в ней вся сила. Вы открыли новую технологию и получили знания. Создать молитва веры, очень трогательные слова, больше, короче, веры с прихожан. Проповедник. Я тебя понял. То есть теперь мы здесь можем как бы строить, да, что-нибудь? Пока не можем. Но я так понимаю, где-то в технологиях появилась теология. Соответственно, нам надо будет еще и вот это дело все развивать, да? Интересно. Так, сладненько. Начать молиться. Выберите проповедь. У нас есть обычная молитва. Ну, да прибудет с вами сила! Ха, не так уж и плохо. Правда, до моих проповедей тебе еще далеко. К следующей проповеди тебе все-таки стоит подготовиться. Сдается мне, что предыдущий настоятель держал пару книг с подходящим содержанием в церковной библиотеке. Там должно быть полно всякого хлама. Он, видите ли, там занимался научными изысканиями. Выкидывай все это добро, не раздумывая. И чертеж исследовательский стол, старые книги и перк любопытный. Ты зришь в корень и находишь саму сущность вещей, ты можешь получить... историю, изучая предметы. Я понял. Я позабочусь о том, чтобы горожане узнали о твоих проповедях. Думаю, в следующий раз кто-то из них может даже и прийти. Кстати, было бы неплохо, если бы ты проводил проповедь каждое вот это вот что-то, а я бы помог тебе продавать необходимые для церемонии аксессуары. Расходники там всякие. Еще у меня к тебе будет личная просьба. Как будет время, подходи, я все расскажу. Так, пожалуй, пойду. Тут у тебя такой сухой воздух. А я, как назло, забыл нанести утренний крем. Ну все, сваливай, чувачок. Не сейчас, сын мой. Ладно. Блин, ну прикольно, прикольно. Также здесь есть еще и, как бы, элемент боевой, где нам придется с кем-то воевать. Да, у меня есть меч. Там дальше в технологиях у нас со временем появится броня. Более там продвинутая броня, мечи и тому подобное. Мастер меча я там смогу сделать. Мастером, по крайней мере, да. Каким-то пожарным продвинутым можно стать. В общем, достаточно интересная залипательная игрушечка, в которой нам предстоит много чего совершить. Пишите, как вам, в общем-то, игра. Если понравится, то мы, возможно, продолжим, почему бы и нет. А на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.